Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Джуз, и я в роли обычного камерамена. Смотри, я могу набирать себе суперсилу, не знаю, что она мне дает, но, видимо, она мне позволит прокачаться. Здесь у нас, смотри, есть большие даже камерамены. О, что, симулятор качка? Только со скибиди туалетами, да? Но здесь у нас, я вижу только агентов, которые берут себе в питомцы скибиди туалет. Шок! Прямо такой же, как у него. Ну-ка, давай зайдем сюда. Шоп, и можем взять пауэр номер 2. Покупаем. И что я сделал? Я стал больше? Вау. Так, ладно, я могу... я могу гантельку брать. Вау, могу сражаться. Если что, так навалять кому-нибудь. Так, надеюсь, никому не наваляем. Так, и мне тоже не навалять. Куда мне? Туда надо идти, короче, смотри. Так, а что я не прокачусь? Вот так я могу получать power up. А это что это такое? Мне нужна сила, чтобы, видимо, дальше прокачивать. 100 силы надо. Понял, что это? Вау. Так, ну-ка, иди сюда. Пым. Жесть. Наваливаем туалету по полной программе. Супер удары. Смотри, как наваливаем. Пам. Жесть. Вот это да. Вот это мы им наваляли, конечно, по-страшному. Дальше. Что мы получили за это? Мы получили какую-то штуку, за которую мы можем пойти сюда. И здесь выбить яичко себе. Вау. Так, запрыгиваем. Так, меня вот сюда отправляют. Мне, типа, надо вот это что-то разблокировать. Мне надо дойти до третьей локации. Я понял. А что, у меня сколько гемов? У меня гема 2 всего лишь. Обалдеть. Так, бесплатный ОПП-пэт. Через 12 минут. Ага, понял. Так, ну у меня пока нет ничего. Автоклик, ну-ка, работает? Нет, он за робоксы. Понятно, ежедневные... Тут у нас бонус. О, 1000 дали! Хорошо. Так, нет, не сюда. Так, мне вот сюда надо. Короче, первого давай покупаем. Давай. О, они все одинаковые, что ли? Ну-ка, давай, покупаем. И открываем. Пэмч, мне выпал. Так, вот такой вот в шоке туалет. Так, пэт. Так, экипировать. Отлично. И что на меня здесь? Музыка заиграл, да? Так, ну-ка. Да, странно. Выбиваем питомца, играет музыка. Так, он плюс 3, плюс 1 гемы дает. Сколько всего могу? 4. Так, эквибест. Так, экипировали. Отлично. Все, теперь я могу становиться сильнее. Так, теперь смотри. Я могу гантельку прокачиваться. Так, давай. Пэм. Итак, берем пэмч. Смотри. Я так силу могу прокачивать. Понял. Заряжаю себе энергией. Так, а здесь у нас что? Можно гантельку взять. Понятненько. А здесь у нас сколько надо? Так, 105. И давай возьмем следующую эволюцию. Так, могу взять? Не, мне не хватает. Так, давай-ка наберем себе силы. Заряжаемся. Становимся мощнее. Еще мощнее. Так, и я могу себе взять следующую, да, эволюцию? Так, давай. Пэмч. Смотри, скоро я до спикермена дойду. Круто. Так, давай. А что такое? Бесплатные подарочки. Это и есть, я понял. Так, давай. А еще реберты, смотри. Реберты. 20 тысяч надо вот этих. Что это такое вообще? Не знаю. Что-то конфеты какие-то. Что это такое? Вот это непонятно. Ну, огонек какой-то. Я не знаю. Энергия. Будем называть это энергией. Так, и давай. Бэмч. Берем эту штуку. Я не могу. Мне надо мощь. Так, а если я вот так вот сделаю? Бэмч. Прокачиваем. Жизнь я маленький стал. Чем больше силы я прокачиваю, тем мощнее я становлюсь. Понятно. Тем больше я могу прокачать. Понял, как это работает теперь. Давай, я не знаю. Мне, может быть, надо пойти сражаться туда. Или нет. Или я все-таки хочу себе эволюцию сделать. Давай покупаем себе вот этот. Не хватает, да? Еще надо силы. Так, понял. Еще надо силы. Давай, прокачиваем себе силу. Прокачиваем. О, начал уменьшаться. Чем сильнее становлюсь, тем больше уменьшаюсь. Странно. И музыка почему-то у меня все время включается. Так, и давай. Опять набираем полную мощь. Полную, давай. Смотри, большой камермен. Жесть, крутые ребята. У нас вип-арена есть. Так, вип-зона. Да, мы можем просто туда заходить. А я не могу, наверное, да? У меня випка не куплена, потому что... Понятно, у меня нет этого геймпаса.
Хорошо, сейчас я наберу себе на эволюцию следующую. Сейчас все будет. Так, давай берем вот этого. Следующий сколько? 3800 стоит. Обалдеть, мне на него надо копить. Но сейчас я больше буду энергии собирать. Так, пьем. Давай. Гантельку бы тоже себе купить. Так, сила у меня растет, сила 25. Ну, слушай, тяжело прокачивается, тяжело идет у нас здесь эволюция. Но мы должны доэволюционировать. Так, давай еще. Бэм. Надо спикермена себе взять. Со спикерменом, я думаю, у нас дела будут куда лучше. У него 40 силы. Так, и сейчас давай добираемся. 3 с чем-то, да? Ну, 4, наверное, я соберу. Как раз у меня будет достаточно. Смотри, какой я большой стал. Обалдеть. Текс. И 3 есть, 3000. Сейчас посмотрим, могу взять. Так, 3800 стоит. Так, еще раз, два, три. Вот так вот. Покупаем спикермена. А, есть дальше кто у нас там? Большой камерамен. О, титаны будут. Вау. Интересно. Хочется до них дорасти поскорее. Так, давай, собираем. И сейчас попробуем навалять этим. Так, давай. Наваляем. Пим. Вот так вот по-быстренькому выносим всех. Чун. Есть. Круто. И что, мне надо идти в следующую зону? Так, следующая зона, давай. Я на следующей зоне. И как мне дальше пройти? Я не понимаю. Так, ну-ка, давай. Вот эту могу разломать стену? Стена не ломается. Как мне пройти дальше? Ага. У меня здесь, смотри, опять появились. Мне, видимо, надо как-то навалять целую кучу вот этих, да? А потом мы сможем дальше пройти. Или как это работает? Так, ломаем. Есть, разломал. Смотри, у него какие огромные гантели. А как дальше-то идти? Я не понимаю. Дальше у меня здесь никто не появляется. Только первые вот эти появляются, а дальше не могу пройти в следующую зону. Так, ну ладно, этих я разнес. Да, вот как идти дальше? Может, здесь есть они какие-то невидимые, я просто их не вижу. Так, ну мне вот стрелочку сюда указывает. Вот здесь вот, типа, есть кто-то. Но здесь никого нет. Здесь реально никого нет. Как забраться на следующую зону? Как-то туда надо пройти. Но как это сделать? Мини-гейм у нас там есть. И как забраться-то туда? Не могу. Может быть, скип-туториал надо сделать? Так, вот сюда опять мне куда-то показать. Вот сюда. Но не могу. Ладно, давай мы вот этих реально повыносим. А, здесь не только я еще выношу. А может, их реально кто-то вынес, поэтому я не могу туда отправиться. И здесь эти спавнятся быстрее всех. Так, фим. Давай. Не, реально показывает, что здесь кто-то есть, но здесь никого нет. Здесь реально никого нет. Странно. Может, скип-туториал надо сделать? Так, давай, скип-туториал. Так, и теперь появились у меня здесь кто-нибудь? Нет, никого не появилось. Никого не появилось. Я не знаю, как туда забраться, ребята. Так, давай. Перепрыгиваем. Может, надо большим стать и перепрыгнуть? Это просто дело. Как думаешь? Так, не знаю. Мне кажется, если мы даже большим станем, мы не сможем перепрыгнуть. Так, вот начало здесь. Так, это зона сейва у нас. Да, ага. Так, опять музыка включается. Странно. Забагованный режим. Так, и туда забраться я не могу. Почему-то. Почему не могу? Так, смена локации, видимо, начинает музыка играть. Так, или все равно играет? Так, отключаем. Так, ага, все. Ну, я даже не могу, на самом деле, купить, потому что тысячи надо. Тысяча. А у меня нет столько гемов. А чтобы столько накопить, это я не знаю, сколько надо. О, смотри, я нашел путь прохождения. Так, давай. И, так, надо увеличиться. Надо увеличиться до большого размера. Я не знаю, видимо, реально что-то здесь сломалось, поэтому я не могу пробраться дальше. Судя по всему, так. Я другого объяснения этому найти не могу. Так, я думал, там можно проплыть. Оказывается, нет. Оказывается, проплыть нельзя. Тогда, может быть, давай попробуем перезайти. Может, тогда все сработает. Но я перезашел, у меня все равно здесь никто не появляется. Не знаю, может быть, силы надо больше 100. И тогда у нас появится. Попробуем больше 100 силы собрать. Потому что, ну вот, у этих 100 здоровья. Я их с одного удара сейчас буду вносить. Если соточку соберу. Так, ну давай посмотрим. Или может быть, реально гантелька нужна покруче. И тогда будем прокачиваться. Непонятно, что нужно. Что нужно для того, чтобы пройти туда. Эволюцию, в принципе, я сделал. Мне эволюция уже
достаточно большая. Как дальше забраться, непонятно. Так, сейчас, смотри, 90 силы мне. 90 силы. Сейчас набираем. Давай. Сейчас соточка будет. 100 силы. Давай. Пям. И никто у меня новенький не появился. Может, потому что тот чел всех уже уничтожил? Непонятно. Так, давай. Забирай мощь. Нет, это опять вот эти появились. Тогда не знаю. Я их реально с одного удара. Пям. Смотри, всех с одного удара выношу. Всех с одного ударчика. Наверное, надо, короче, покупать гантельку тогда. Единственный вариант. Но 500 стоит. 500, прикинь. Жесть. А как так набрать-то 500? На гантельку. С этими сражаться постоянно? Так, ну здесь по 3 дают. Как 500-то нафармить? Как нафармить 500? Давай. Где мои скибиди туалеты, с которыми я должен... сражаться! Так, давай. Пиу, этих быстренько выносим. Может, мне бесплатно сейчас дадут немножечко гемы? Так. Через 12 минут. То, что я перезашел, здесь сбросилось. Понятно. Ну, слушай, тогда не круто вообще. Реально, а как тогда нафармить? 500 здесь на чисто этих нафармить нереально, мне кажется. Как будто бы нереально. Но можно зато дальше эволюцию поделать. Так, берем следующую эволюцию. Давай. Френч. Есть. И... Да что, не покупается? А что, мне не хватает? А, у меня 8 тысяч только. Ладно. Сейчас будет у нас. Сейчас будет суперсила. А там смотри, сколько пэтов. Обалдеть. Так, ну у него, видимо, там есть. Он может нафармить. Судя по всему, он там очень нормально себе фармит. А у меня вообще нет столько. Очень странно. Так, давай следующую эволюцию. Бэмч. Есть. Power 7. Так, опять музыка у меня включается. Что такое? Постоянно здесь хочет играть песни какие-то. Так, и давай. Вот опять у меня только эти. Только эти. Как мне их вынести? Так, есть, разобрали. Отлично. Может быть, надо... Так, шопа нет никакого. Что? А, вот стор. Вот тут вот баночки есть. X2. Гантельку здесь нельзя взять. Странно, может, кодик есть какой-то? Может быть, просто нужно сделать перерождение, чтобы у нас второй ряд появился? Давай-ка попробуем. У меня как раз хватает на реберт. Давай, делаем реберт. Пэмч, я сделал реберт? Да, да. После реберта у нас появилась новая... Новая, короче, у нас здесь территория. А что я потерял? А, силы у меня осталось, слушай. Пэмч, есть, давай. Выносим их. Так, этих тоже на изи выносим. По 9 гемов дает. О, а я потратил, да, все свои гемы. У меня исчезли после перерождения. Вот оно что. О, я, кстати, знаю, что еще потерял? Я эволюцию свою потерял. Да блин. Зато я могу гемы теперь нафармить. Отлично, давай. Короче, надо делать реберт, ребята. Чем больше ребертов, тем больше у нас рядов появляется второго уровня. Так, давай выносим. Пэм. Что-то они как-то странно спавнятся. Давай. Есть. Зачистили. Так, и гемы надо собирать. Ну, вот таким вот образом, конечно, да. Таким образом можно здесь прокачиваться. Но каждый раз делать ребер, чтобы появлялся новый ряд, это очень жестко. Очень жестко. У меня только один... Один туалет со мной в качестве питомца здесь бегает, и это меня немножечко напрягает. Как вот побольше сделать, непонятно. Надо будет фармить, но эти, конечно, по соточке стоят. Так, где у нас вот эти, да? Хотя бы вот этих взять. Давай, раз берем. Так, отлично. И давай еще одного сейчас возьмем. Давай еще одного. Есть. Так, ну двух еще взял себе. Так, и посмотрим, насколько они... Ага, все, они экипированы. Так, ну-ка, эквибест. Так, ну они очень мало множителей дают. Очень-очень-очень мало. Так, ну давай попробуем позабирать. Здесь чуть-чуть гемы валяются. Так, тоже по 9. Так, по 11 теперь дают. Угу, ну реально, реально тяжело здесь прокачиваться. Очень-очень тяжело. Так, давай, еще босс какой-то через 2 минуты. Где этот босс появляется? Тоже, наверное, где-то там вдалеке. О недосягаемости от нас. Так, но зато я могу быстро нафармить себе обратно всю свою мощь. Я надеюсь, да? Так, ну-ка идем сюда. И кого я могу взять? Так, ой, так вот этого, да? Покупаю, есть, следующего покупаю. Покупаю, не могу, да? Не хватает.
Да, эволюцию я могу быстро вернуть. Быстро могу вернуть, потому что моя сила, она как бы какая была, такая и осталась. Только вот мощь, она исчезает, вот эта энергия, она сбрасывается. Но если мы вот так вот берем, быстренько, да, 1300 надо. Сейчас соберем, плюс еще мои питомцы прибавляют, и таким образом можем эволюционировать. Так, а что не купилось? Покупайся, во. Так, по 26, ну смотри, реально мощно, бам, бам, собираем мощь. На следующий сколько надо? Так, 3800, ну да, тяжело, тяжело прокачиваться. Но таким образом можно здесь будет дойти до титана и вообще до разных титанов и посмотреть. И вот здесь вот, ну я не знаю, это сколько надо бегать, чтобы вот этих всех разблокировать пэтов, обалдеть. С ума сойти можно, там вообще бесконечно, похоже, можно бегать, прокачиваться. До 99 уровня. Ну, ребят, если хотите продолжение, дайте мне обязательно знать. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. А на этом у меня пока все. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.